Матвеечка собрался гулять в огород. Друзья мои, всех приветствую, всем приветики. Давай, ножку поднимай. Мама наденет тебе. Давай ножку, сынок. Что ты там увидел? Матвейка там, да? Ну, мы будем кроссовки одевать. Толкай ножку. Держись за маму. Да, молодец. Давай. Ну, давай, давай. Вот. Мы пойдем ягодки собирать. Ягодки пойдем собирать, да? Матвейка пойдет ягодки собирать. Вчера не собирали, потому что... Ну, толкай ножку-то. Матвейка выспался, покушал. И все, и собрался ребенок. Давай. У нас так на улице хорошо. Свежо. Ты вперед мамы, да, бежишь? Давай, собирай скорее. О, я думаю, что у нас насос-то работает. А они тут включили, и у нас вода льется. Ой, блин. А мы собрались ягодки с собой собирать. Ягодки собрались собирать, ага. А они тут включили нам. Ой. Собирай, сына, там с краю. Красненькие ягодки. Да? Красненькие ягодки. Небольшая нынче клубника, но зато все равно своя. Да, сына? Давай, скорее собирай. Заглядывай под каждый кустик. Ну? Не ходи туда. Собирай вот здесь, да. Собирай, мой золотой. Собирай, там еще есть. Смотри, там под кустиком. Да, собирай давай. Молодец, Матвейка. Не ходи, сына, здесь мокро уже, вон набежала лужа целая. Поворачивайся в ту сторону, вот смотри под кустиком ягодки. Ну? Водичку папа включил, видишь, поливает. Ну? А мы с тобой ягоды собрались собирать. Собирай давай. Папа включил, да. Ты вон заглядывай под кустик, вон там ягодки есть. Да. Молодец. Красные рви только. Вон еще ягодки, видишь? Вон, вот еще ягодка. Ну, аккуратненько. Ну, заглядывай под кустик-то. Вон еще ягодки есть. Вон, смотри, какая ягодка. Рви ее. Сына. Ой, вот так вот собирает Матвейка ягодки. Кто тут капризничает, а? Сопля. Пойдем умываться. Ягодки пойдем понесем. Насобирали, да? Ты? Мама не дает ему ведерко. Он. Держи аккуратно, а то уронишь. Все, и пойдем домой ягодки мыть. Конечно. Разбросал. Подожди, мама уберет тут твой самокат. Стой, 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 сыненька. Пойдем тихонько, да. Пойдем скорее, дорогой. И идет. Сына, тихонечко не беги, пожалуйста. Не урони ведерко. Мама намыла ягодки, да? Ох, мама. Помыла. Сейчас я тебя посажу. Давай, садись скорее. Оба. Садись. Вот так. Садись, Виталий, туда. Виталий хочет тоже ягодки покушать с нами. Да, сына? Мама тебе вот так вот положит. Немножко. Даже давай вот так вот, наверное. Вот так. Давай, кушай. Кушай давай, сына. Я мама. Мама помыла. Мама все черешки убрала. Я. Да. Давай, кушай ягодки. Ягодки ты скушаешь, я тебе еще дам. Конечно. Ну, Матвейка будет кушать ягодки. Мама. Да? Да. Давай кушай. Вкусные ягодки? Мама. Вкусные ягодки. Мама? Мама? Ой, присели, да? Да ты чё вздыхаешь? Он уже снова погулял, сходил. Я пока ягоды перебирала, он на улице бегал с папкой, да? С папой ходил? Да. Что, сына? Какие берешь ягоды? Не знаю. Ну смотри, чашки эти. И это. Че? Ты с сахаром будешь или так просто? Без сахара. Я без сахара буду.
У нас перекус уже получается. Мы потому что творогом завтракали. Ну чё? Давай еще вон, вон эти еще ведерки. Даня что-то не хочет. На, давай. Мамка поест. Я читала, девочки, комментарии. Вкусные, да? Да. Хочу поблагодарить вас. Спасибо вам огромное за поздравления, за хорошие слова, за пожелания. Спасибо огромнейшее, прям огромнейшее. Вот. А, ну, конечно же, там были комментарии. Я вот сейчас, кстати, зашла и прочитала комментарии. Разыграли спектакль, типа, что все знали уже. Ну, у тебя есть, ты скушай, я тебе еще дам. Какой спектакль, кто знал? Я удивляюсь людям вообще. Там уже написали Виталя. Виталя говорит, голову даже не поднимать, типа, стыдно, Виталя. Стыдно? Зачем? Не знаю, зачем. Написали, что тебе стыдно, что за наше поведение, наверное, как якобы. Хотя что тут такого, я не знаю. Тоже не знаю. Должен быть, не знаю. Ну, ты видишь, ты... Так вот, наклоняешься, ты, наверное, камеры стесняешься. А ты не видела мою шею? Чё? Кашу. Знаю, чё ты. Нормальный, красивый ты парень у нас. А чё? Да, я говорю, не видишь? Она вот так вот. Я курю, я постоянно так сижу, привык уже. А, что, типа голова вниз? Да. Ну, Виталька. Та-та! Виталя, скажи Виталя. Виталя ничего не стесняется, парень, слава богу. Не стеснялся, Виталя? Что? Мама. Вкусные ягодки? Нет. Я тебе еще наложу. Давай съедай. Те скушаешь еще, да. Ешь до сыта. Так что писать ерунду. Не знаю, девочка. Такие люди, видать, у нас тоже есть. Вы уже знали все, кажется, сестры тоже все знали. Сестер не бывало, сестра, знать-то, в школе мы ее не видели, Анютка-то у нас не бывала. Не знаю. Долго не была? Деревня не была, да. Недели две, наверное, даже больше, ага, я ее не видела. Ага, и сестра знает все. Угу. Никому ничего доказывать не собираю еще. Нормальные люди все понимают. Они нормальные уже, ваши проблемы. Так что уж простите, если вам что-то кажется все не так, и не то, и не все. Вы бедные дети, на вас взвешивали Матвейку, и все взвешивают, еще взвешивают, короче, что будете водиться вы. Ну, кто-то забрал, мало дал. Он видит, что Виталий из ведерка ест. Водился, ага, ты, Виталя, изводился. Марина у нас водилась. Ну-ка, сына, скажи, ну сядь вот сюда, вот, пожалуйста. Голова сохнет. Голова сохнет. Ну что сохнет? У тебя причесана, голова чистая, волос, чистые волосы. Что ты? Ешь давай, до сыта, сына. Сладкие вкусные ягоды. Ну что? Чё? Ты так и не ответил. На чё? Водятся с тобой братья, да? Водились? А? Водимся. Нет, ну сейчас, конечно, водитесь. Водитесь. Даня, он сейчас пришел, на руки берет его. Как, они любят с ним играть? Тяжелый стал. Тяжелый стал, да. Расту, скажи я. Да. Кушай, кушай, не урони. Ну, а когда маленький был, никто не заставлял и водиться, прям нянчиться и взвешивать, никто не взвешивал на детей и придумывать вот это вот. Типа, что старшие дети. Да, есть в семьях, в основном многодетных, такое, что... Да, сынуля показывают. Прям водятся и водятся. Вот целыми днями коляски катают и катают, и нянчатся. У нас такого нет. Да? С мамой все, скажи, я с мамой. Ну, сейчас уже постарше стал, с папой. Но папе водиться особо было некогда, потому что папа был на работе. Да? Папа сам рад поводиться с ребенком, покатать его, поговорить с ним, да? Так,
Так что, девочки, мы сами водимся, мы сами справляемся. Никто нам не помогает, как говорится. Вот, своих детей мы выненчили без всяких бабушек, нянь и прочих, как говорится, помощников. Так что вот так. Так, что, наелся? Да. Ну все, это в холодильник убрать. Чтоб, может, Даня все-таки поест. Ну, Матвейка там доест. Батик ему будет. Да не насыпай много-то ему. А сейчас. Еще захотел, да? Еще вкусные ягодки. Ой, какие вкусные ягодки. Мама? Мама их помыла, почистила. О, Виталя банан захотел. Что варить, сына, будем? Я тут вкус знаю. Ну а что? Что не знать-то? Давай, рассказывай. Мамке. Банан хочешь? Поделись с братиком. Он его есть-то, может, и не будет. Почему? На, говорит, сам ешь. Ягодку даешь брату. Братик наелся. Ты кушай, да. Он ягодки покушал, сейчас банан покушает. Мама? Мама целую чашку съела. Нет. Вот со всеми делишься, да? Давай. Ай, они любят брата маленького. Да, Виталя? Любите Матвея? Ну-ка, ты чё? Забирай у него нафиг. Когда, как, да, он бывает вредничает. Ну, это что такое-то? Вот так вот. А потому что ты разбрасываешь, брат у тебя забрал. Не-не-не, не давай ему, все. Это баба Люда идут с папой. Угу. Так что? Папа. Папа идет, да. Это, конечно, он дерется. Папа. Если... Ну вот. Вот так все равно водитесь. Принудительно водишься с братом. Баба. Нет. Ты что, он на пыточный стул посадил? Да, просто я их снимаю. Привет. Привет. Здорово. Кто там, бабушка? Что ты? Помыла руки? Нет еще. Я в перчатках. Баба там, баба Люда? Баба. Такая рука по воле. Мыть боюсь. Вот Виталя пришел сразу мыться с огорода. С огорода, да? Сегодня хоть погода такая более-менее. Не это. Не жаркая. Хорошая. Там, Саша, надо выключить, наверное, шланг-то. Виктория-то поливается. Выключать. Ну, гулять пойдешь? Не. К Марине с нами поедешь? Поеду. Поедешь? Ну, попозже маленько поедем. Поедем, поедем, да, потом. А? Че? Вылазь, давай, вылазь. Бери его. Вытаскивай его. Он вся. Наелся он. Ну, он хорошо съел ягодок-то. У нас, девочки, уже вечер. Ой, погодка, ветрище ужасное, прохладно, а зашла, говорю, посмотрю, как они тут стоят, кушают, бычки. Матвейка уснул, я тоже лежала, у меня ужасная усталость, просто дикая усталость во второй половине дня, у меня просто нет сил. Выйду, говорю, воздухом подышу свежим, прохладненько, парни ушли вон. За коровой. Ой, а тёлка что-то там напрыгивает. Даня с Виталий. Отец сейчас управлять все будет. Ужасный ветер сегодня. Прям деревья гнет. Они стоят, бычки нажевывают. Мы уже к Марине съездили. Попроведали Марину. Вот что она там делает-то. Вот что она делает-то. Дуреха. Палка ее сына. Давай, Катька рогами ее раздурелась. Вот что она раздурелась там. Даня, подгоняй ее палкой.
А, ну смотри, смотри. Ну, стой, я здесь стою же. Ну, у нас вот, вот этот дом пустой. Следующий. И вот Даня где стоит тоже. Три дома вот эти пустуют. Здесь вот у нас дачница получается. Ну и тут тоже дачники. А, нет, здесь живут. Живут вот в этом. Здесь. Ой, так что улица, можно сказать, пустая. Что, дуреха? А, звезда? Ну-ка, ну-ка. Давай, я тебя встречаю. Заходи давай. Давай, заходи. Где? Нет, там закрыта дверь-то. О, Катька наелась, бока раздула. Все, Катенька, наелись, и звезда тоже. Но выставили девочки на продажу ее, звезду. Виталия написал объявление. Сына, куда ты выставил? Везде. Везде, это куда? Я что, объяснять сейчас буду? А? Я не буду объяснять. Типа, много везде же. Объявление. Ты мне вроде только Авито говорил? Нет, не только. Не только на Авито? А смотри, пить прибежали и сразу пить. Пить хотят. Что, дорогой? Непричесанный, говорит. А ты и так и не поспал. Лежал, лежал и все. Ну, ну что, Катерина? Да я сейчас говорю, Виталя не только на Авито, оказывается, выставил. Звезду. Ну не звонят пока, ага, тишина что-то. Я, нет, я ничего не говорю. Я просто не говорила, сейчас сказала, что... Ой, она, смотри, голову просунула. Прям нажевывает. А закрыть, холодина такая, закрывать надо. У нас сегодня, тут вот антенна была старая, все мужу говорила убрать ее. Ладно, вот никого не было, упала. Ага, а он мне, шутник же он мне говорит, для красоты. Она, смотри, что-то там. Ай, звездуля. А сегодня как повалилась антенна эта, а вон она валяться там. Ее так и не убрал. Не продадим, не продадим, сына, чё? Отец просто сказал, что ему тяжело и продавать хочет ее. Вот и все. А сам вон чё её обнимает. Ручная. Ручная она. Ну, ручная дается, ведь она гладится, видишь? Январчик такой же ручной был вообще. Хотя она тоже с хозяйства, ведь она ведь не это, не от коровы. Она от другого хозяйства. Ну к чё? Ну какая разница? Ну а здесь что, вот эти тоже ведь они маленькие, недельные были. Мы ее двухнедельную забрали, или недельную, я не помню. Двухнедельная она, знать-то, была. Ну. Не, он какой-то... Не погладишь. На этот что, гладится? Этот, не знаю, сейчас увидим. Видим, он хороший. Конечно. А январь-то вон что ластился. И звезда здорово любит тоже обниматься. Она вон как собака нюхает. Что-то чем-то пахнет. Вот интересно, и что это с дверями-то случилось? Так? Любопытная она вообще. Ладно, пошла я домой. Пришла к мужу в конюшню и стою, любуюсь. Пришла к мужу в конюшню, в гости. В гости. Потому что у меня сил нет, я вообще не могу. Такие вообще не приходили в конюшню. Он мне, что ты мне сейчас сказал? Что? А, подыгрывает руками. Ну, я говорю, я стою еле-еле. Не знаю, к вечеру какая-то усталость такая вообще. Дикая, можно сказать, прям вообще. Прям ноги, руки не шевелятся. Ну так, что сделать? Так что аппарат сейчас подсоединит и все. Потом Степку напоим.
Он уже ждет, наверное. Прохладно, и он, слава богу, ест нормально. А жара стояла ужасная, и аппетит у него был плохой. А Степке-то одно название, хребет один. Так, что делать, что съестся? Мы звезду привезли, так один хребет был. Нет. 40 килограмм, Саша, что ты? Но... А он 50, есть разница. Но... Костик обеляет. Так что нету сил, девочки, снимать. Даже снимать сил нету. Я просто снимаю видео и закончу. Это краска была. Сашка, я хотела пост подержать. А сама болтает. Ну, я в прошлый раз схватила пост, сказала, да ладно, не держи. Ну что же, устал. Все, сейчас потом еще правильно, и все, и отдыхать, как-то бы пораньше отдыхать. Я не знаю, у нас вообще не получается. Не полпятого вставать, хоть пораньше, хоть не пораньше. Завтра понедельник, ему надо... Если будет... организм не уснет раньше, вот как ты... Я тебе говорю, не получается. Завтра в Шарлинск ехать, вернее всего, что все, это, на работу выходить. Таблеточки только будут, которые выписали. Все. Они что, быстро? Я не знаю. Ты все равно хорошо засыпаешь, по сравнению со мной. Я подолгу не сплю. Я сейчас еще в магазин поеду. Зачем? Эти мухоловки-то покупать. А-а-а. Липучки надо. Мух у нас вообще ужасно много. Так что... Скажу я всем. До свидания. Сама на мужа смотрю в камере. Я тебя вижу, муж. До свидания. Всем пока-пока. До скорых встреч. Огромное всем спасибо. Прям от души. Всех любим. Любим. Ну а что? Да? Всех любим. Там у нас котята, смотрите, они там опять носятся. Ну. Так что спасибо вам огромное, друзья, за ваши слова поддержки. Не передать, не передается словами. Говоришь одно, а в душе совсем другое. Так что мы вам благодарны. Пишите свои комментарии. Если вы на нас еще не подписались, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Дальше будет больше и интереснее. Всем до скорых встреч. Пока-пока.